ваша работа как журналиста тоже была отмечена тем, что вы говорили правду людям. Вы ощутили на себе все опасности этой профессии? Для того, чтобы получить разрешение на оружие, я прошел государством предусмотренные процедуры. Если бы на радиостанции в тот момент, когда туда вбежал Гриц, был вооруженный охранник и некоторое количество нас, просто стреляющих, находящихся в тренинге людей, то вполне возможно, что расклад был бы другой. Была инициатива еще вот какая. Приравнять депутатскую вот, неприкосновенность, да, и как журналистам, то есть такая же, как у депутата. Надо напомнить, что не раскрыты главные преступления, главные убийства, самые громкие журналистов последних 10 лет, не раскрыто убийство Щекочихина, Анны Политковской. Холодов, Щекочихин, Политковский, Листьев. Листьев. Домников. Удивительное дело, истек срок давности. То есть известен заказчик убийства Домникова, значит, но убийца на свободе.